Из препаратов тоже еще бы хотел бы обратить внимание на такое лекарство, часто использование в клинической практике и в педиатрии, и в акушерстве, это парацетамол. Но все же, Все извините, используют парацетамол. крайне токсичные субстанции. На сегодняшний день точно показано, что чем больше используем парацетамола у детей, тем выше риск аутизма. Ничего себе, подождите, а чем же заменить? Это же понижение температуры. Я вот сама, как что так сразу? Ибупрофен. Ибупрофен? Ибупрофен. Здесь будет более. Ибупрофен это то, что Нурофен, да? Это Да, одно и то Нурофен, же. да. То есть это будет более безопасное средство для борьбы с температурой. С чем это связано? Это связано, что парацетамол снижает температуру в связи с тем, что он резко снижает концентрацию в организме вещества, на которое называется глютатион. Глютатион – это очень важная антиоксидантная и детоксикационная молекула. То есть антиоксидантная – это она связывает реакционные частицы кислорода, которые образуются в процессе нашей повседневной жизни, а детоксикационная – она связывает токсины и выводит во внешнюю среду. К сожалению, у нас запасы глютатиона очень и очень ограничены. А у детей аутизмом, к сожалению, еще более низкий уровень глютатиона. И детки аутизмом более чувствительны к парацетамолу, чем обычные как бы, детки. Ну, дети с предрасположенностью, которые имеют предрасположенность к аутизму. И вот, к сожалению, парацетамол не снижает не только глютатион, и таким образом он снижает температуру, но он еще ингибирует другие, еще два важных путя детоксикации. Это глюкуронизация и сульфатация. Потому что 45% токсинов, которые попадают в наш организм, удаляется с помощью глюкуронизации. А мы блокируем это. Мы блокируем три ключевых пути детоксикации. И вот когда впервые подняли вопрос о парацетамоле, как ни странно, это алкоголики, любители регулярно выпить. Потому Почему что это ну, они нужно? пьют алкоголь, абстинентный синдром, голова болит, пьем парацетамол, голова прошла, пьем алкоголь. И вот такие циклы у нас продолжаются многократно. И, к сожалению, это привело к развитию цирроза печени. И поэтому был очень Нет, большой скандал по этому детоксикация. поводу, да. Интересно. И уже заставили производителей парацетамола писать в инструкциях, что алкоголь и парацетамол несовместимая вещь. Но, опять-таки, это связано именно с токсическим воздействием парацетамола. И вот еще интересное исследование было проведено по парацетамолу, что если ребенку после вакцинации, если у ребенка после вакцинации сильно поднимается температура тела, и мы даем парацетамол для снижения температуры тела, то это приводит к тому, что иммунная система синтезирует намного меньше антител к этому вирусу, чем если бы мы снимали температуру ибупрофеном. А мы вакцинируем для того, чтобы поднять уровень антител. Логично, Понимаете? конечно, да. И вот интересное было очень интересное исследование, такое эпидемиологическое. Оно сравнивало заболеваемость больных аутизмов в Соединенных Штатах и в Кубе, на Кубе, Флорида и Куба. Очень близко, Ну совсем рядом, да. да. У кубинцев намного меньше заболеваемость, а в Штатах намного выше заболеваемость аутизмом. И почему? И начали изучать, и авторы сделали такой казуистический, причем уровень вакцинации против кори краснухи паротита, это вакцина, которая содержит тимерозал, что на Кубе высокая, что в Штатах высокая. Оказалось, что разница заключается в том, в Штатах для снижения температуры используют парацетамол, а на Кубе я забыл препарат, как называется, принципиально другой препарат используется для снижения температуры. И авторы статьи делают вывод, что именно здесь проблема, возможно, не в вакцине против кори краснухи паротита, а именно в том, что мы делаем после этой вакцинации с ребенком.